Всем привет, дорогие друзья, с вами я, SlothRicks, и сегодня я хочу попробовать вот такой кавер, который мне просили в комментариях. Давайте вспомним вот эту ностальгию, когда мы слушали группу Каста. И вы уже видели мои кавера, как «Вокруг шум», еще «Закрытый космос», «Горячее время». Я хочу попробовать «Ревность». Не знаю, как получится. Поддержите, пожалуйста, лайком. Передаю привет Сашу Комакарам с Калинги Лайм, Артему Куликову, певице Аймори и всем остальным. Говорит, одежду шьет, занимается какой-то стряпнёй. Решила вдруг зайти ко мне, чего это, 12 ночи. Объявилась вдруг, что же она хочет. Столько заикнется и в этих двух рот свой откроет тут прихожей позже на кухне, как только она может. Слух не такой говорить, хотя и наверно, и что-то другое. Впервые не знаю, чисто цивилизованный, жирный, зато как в американском фильме, доход стабильный. Устроил ее в фильме, поднял зад, побежал к ювелирной. Второе это вообще прозрачный свитерок с вырезом, полутруд такой голем вырезанный, кремом вымазанным. Откуда влез он? И книги редких видов записаны. Пусть только заикнется об этих двух. Чё-то братан, кому-то просто друг. А, не приношу этот дух. Веселая компания, ребята, короче, понятно. Очень приятно, блин. И ну и чё, завожусь опять, бред. Просто уже 100 лет. И слышала, одежда какая-то прям фирма. Её кулинарная в кафе, ну чё, молодчина. Значит, есть славе, а значит, уже порядок в голове. Хуже некому не станет. Воспоминания хватит этих нежностей и грубостей. Всякой ерунды и сущности. Было время, и жил внутри таких глупостей. Встречи состоялись напряженные. Восстановленные клетки были вновь пораженные. Претензии застали размок. Слеп, глуп, туп, скуп, губ. Это тренд. Все вслух, вздох, всклип. Нет, ты не мог, просто друг. Врешь, слез, тушь. И мог привел подруг и суп. Стоп, без рук, не трожь, не трожь. Столик полетел всем чертям, стену пульт от телека. Сцена вымытым карманами истериками. Пинать ногой по звуковой плате. Половина группы разорвана в плакате. Двери с грохотом, соседи ропотом. И снова вот она, стеклить опять будет под опытом. И ведь так сейчас сильно отвечаю шепотом. В прошлый раз вы помните, все приходите с опытом. Так что я старался, как смог. Поддержите лайком. Спасибо за внимание.